Выступают артисты Рудаков и Нечаев. Друзей с наступающим годом всегда друзья поздравляют обычно. Мы оба спешили сегодня сюда с экрана поздравить вас лично. Желаем здоровья, успехов в делах и старым, и юным, и крохам. Пусть все совершится, что было в мечтах, а что, по идее, неплохо. Пожаром он хочет всю землю зажечь, хоть лично вы с ним не встречались. Уверены мы, о ком идет речь, вы лично, друзья, догадались. Пусть мистер представит для вас интерес, судьба Риббентропа и Коха. Ведь может же быть и Нью-Йоркский процесс, а что, по идее, неплохо. Кайшист в ассамблее охрип, с лакейским усердием лает. Чего ж до сих пор там торчит этот тип? Кого же он там представляет? Таких представителей надо качать, сказал нам знакомый под хохот. Два раза подбросить, один раз поймать. А что, по идее, неплохо. Товарищ, на карту отчизны взгляни, чтоб явью мечты восторгаться. Смотри, загораются всюду огни, огни электрических станций. А это культуры все новый расцвет и строек невиданных грохот. И втрое уменьшится плата за свет, а что, по идее, неплохо. Люди на Марс и Луну, ракеты взлетят непременно. Вот так, как освоили мы целину, освоим просторы Вселенной. Тогда с Павлом Васильевичем мы до Луны умчимся в ракете от грохов. Сатирики будут тогда не нужны, а что, по идее, неплохо.